Подстригись. Так легче. Постричься? Нет, ну у меня же никогда не было короткой стрижки. Посмотри на меня. Разве плохо? Представь, ты заходишь в барбершоп и отрезаешь свои длинные патлы. И веришь, что свободен ты, и жизнь лишь началась. И кожа жжет от бритвы и одеколона. Я никогда не был в барбершопе. Да ладно, не заливай. Ни разу не был в барбершопе? Не довелось. Не был. Тебе бы там подстригли андеркат и пробор толщиной с палец. И залезали бы все бриолином. А ты там так и не побывал. Не успел. Не вышло. Не знал, что нынче никуда без этого. Пойми, там только и разговоры, что о фейдах. О том, как они бесконечно прекрасны. И там наливают вискарь. А вокруг только зализанные мужики. И ни одной девушки. И повсюду разбросаны доски и кирпич. Они называют это лофт. А может быть, там есть PlayStation? А ты? Что ты им скажешь? У тебя даже не было фейда. Ребята там окрестят тебя лохом. Что ж теперь поделать? Ребята, стойте, вы вроде из барбершопа только идете. А ну, где? И... где же он? Вон там, за углом. Пошли. Но у нас же перерыв. Мы же с тобой едем в самый лучший барбершоп. Какую стрижку мне попросить? Да какую хочешь. Вообще любую, даже аф. Ундеркут, Помпадур, Кроп, Цезарь, Сайдбард. О, Флэттоп! Или что-то там еще с непроизносимым названием. А мне хотя бы фейт. О, а ты что-нибудь слышал про Миноксидил? Конечно, слышал. До него я был лысым. Здесь вы можете подождать, пока ваш барбер освободится. Ага.
сколько у тебя? 8. 8? А у тебя сколько? 20. Но тебе ведь надо выбрать только одну стрижку. Да. Надо выбрать самую крутую. Выбрать, конечно, можно, но как понять, какая круче? Ладно, давай сделаем так. Ты назови номер из моего списка, а я из твоего. Кто начнет? Ты. Так, у тебя их 20. Выбираю номер 1. Первый номер. Угадал. Первый. Это прическа, как у Элвиса Пресли. Прическа, как у Элвиса Пресли? Да. Как у Элвиса Пресли. В его лучшие годы. Моя мама – страстная поклонница Элвиса. Помню, в детстве я вместе с ней смотрел телевизор и видел, как у него блестят волосы. А мама даже прослезилась. С тех самых пор это стало моим самым заветным желанием в жизни. Да, но денег на укладку не было. Слушай, это хорошее желание. Мне нравится. Теперь твоя очередь. Назови цифру. Ты насчитал 8. Тогда 7. А нет, я тоже выбираю первое. А другое нельзя? Это твое желание? Желание номер 1. Согласен, это не так красиво, как прическа Элвиса, но... Ты хочешь подстричь площадку? Здесь написано «Flat Top». Это называется площадка. Это на твоем языке. Чувак, на любом языке. Ну, давай, я не знаю, заглянем в прайс, что ли, и посмотрим, как там написано. Здрасте. Я тут читаю ваш прайс. И не вижу flat top. Что? Вы это называете площадка? Если все это называют площадка. Хорошо. А каре боб на удлинение, это что такое? Что? Ладно. Спасибо. Ясно, ясно. Что такое каре? По-моему, это не барбершоп. В смысле не барбершоп? Это салон красоты. Это винище, а не вискарь. Быстрее, быстрее, поднимайся. Не думал, что шарданы так выносят. Сваливаем, это точно не барбершоп. А? Это очередной сортир красоты. Ищем барбершоп. Ага. Эй. А ты плавал в море, когда уже отрастил волосы? Нет, что ты. Я отрастил их совсем недавно, когда начал принимать миноксидил. Но, знаешь, бывают приступы, если не принимать вовремя. Ага. Минокс, быстрее на мажь голову волосы выпадают. Минокс, сколько процентов? Куда мазать? Втирайте 3 раза в день и сможете сделать каре. Мне нужен миноксидил, срочно. Скольки процентный? 3% нет. Блядь, у меня друг лысеет. Дайте любой, 5%. Я достану деньги, подождите. Лысеет? Что ж ты молчал? Спаси его, деньги мне нужны. Я принес Минокс. Вот, подожди. 5%. Держу волосы, держу, не выпал. Держу.
помоги встать! Давай, давай. Побежали. Побежали. Глянь на чувака. Привет, ребят. Прекрасно выглядите. Ты тоже супер. Какой супер? Супер-супер. Выглядишь охуенно. Да-да. А что у тебя с носом? Я делал ринопластику, хотел быть похожим на тебя. Молодец. Охуенно. Пока, ребят. Ну охуенно. Интересно, узнает ли мне мамка с волосами? Сейчас я быстро. Ты кто? Откуда у тебя волосы? Я под сеновидок сидел, мам. 5%. Ну зачем? Мам, мы с моим другом решили сделать прически. Привет, я хочу флэт-топ. Что еще за флэт-топ? Мог бы сказать просто площадка. Её все так называют. Не, ну реально же. Он никогда не был барбершопе. Бросай слева. Справа. Окружаем. Брось. Охуенный Боб мертв. Его тачка у вас. Он слишком охуенный, чтобы умереть. Но он мертв. Мы здесь не при делах. Так и поверил. А вдруг они говорят правду? А что если нет? А когда ты последний раз принимал миноксидил? Да не помню я когда. Походу, ребята правда невиновны. Ты что, хочешь стать лысым? Следи за приемом миноксидила. Следуй инструкции. Там все четко написано. Я тоже принимаю миноксидил. Что? Я вызову скорую. Да я уже вызвал! Еще до того, как мы приехали! Чмошники! Надеюсь, волосы не выпадут. Беспокойтесь, я позабочусь о волосах. Пока! Я надеюсь, с волосами все будет хорошо. Если хоть один волос выпадет с его головы, то я найду вас лично и побрею на лысо. Шеф, вам хорошо было лысым. Я знаю. Вы идиоты, не нашли ни одного. Мы старались. И что же мне теперь с вами делать? Я вам сказал. Но мы же послали двух парней. Ты старшего. Босс, но у нас был перерыв. Я мог бы лишить вас миноксидила. Я имею на это право. Вы что, хотите быть лысыми? В моем барбершопе? Слушайте меня внимательно. Сегодня будет последняя доза миноксидила. Если вы не исправитесь, вы пойдете сворачивать полотенце. Вдвоем. Все понятно. Эй, стой! Что? По-моему, это именно то, что мы искали. Выглядит круто. Да, это он. Фу,
есть пара свободных кресел для крутых парней? Это самое крутое! Надо чуть подождать. Чай, кофе, сучки. Сучки? Сучки! Сколько ждать? Ты точно успеешь. Извините, а если я не успею? Ты, волосатик, точно успеешь. Не ссы в трусы. Эй, друг, возьми с собой полотенце. Чистый. Оставь. Ну, у него ж полотенце грязное. Похоже, я успел. Мастер освободился. И почему же вы двое не пришли на стрижку, а? Вам же сказали, за углом. Ну, много разных углов. И в какой тебе поставить? Я ждал вас. Вы же идеальные модели. Я похож на Жан-Клода Ван Дамма? Не отвечайте. Вы ответьте. Вот видите? Чувак, а Ван Дамм похож на охуенного Боба. Но не ты. Скажи еще раз, на кого похож Ван Дамм. Иначе я брызну миноксидилом. Охуенный Боб. И я давно на миноксидиле. Ну тогда я брызну в тебя. Я, конечно, не хочу вас расстраивать, но я им по утрам рот полощу, и у меня шерсть и так по всей спине растет. Хочешь глянуть? Показывай! Ван Дамм? А разве я не похож? Похож. Похож. А вот ты не похож. Не, ну вроде тот немного похож. Чуть-чуть, может, похож. Идите нахуй. Давай. Ну что, ребят, вы знаете, кто лучший барбер? Не знаете? Да он прям перед вами стоит. Я это. Да ну нах. Тогда подстриги меня, как Элвиса. А я хочу флэт-топ. Площадку? Все называют это площадкой. Занимайте кресло. О. Я первый. Размечтался. Они еще не знают про фотосессию.